Всем привет, мои хорошенькие, с вами снова и, как всегда, миссис Анна Чарли. И сегодня мы начинаем с вами новый летсплей на моем канале, который называется Not So Berry. Очень такой вкусный, мятный и сочный челлендж. Первое, с чего начну, это, конечно же, недавно выходил ролик строительства дома для этой главной героини для этого челленджа. Наверное, уже слюну пустили. Мне просто не терпится начать, но все равно и сейчас... Буквально минутка, немножко уступления, ребята, сейчас, подождите. В общем, челлендж «Династия», 10 поколений, классика, но не просто отыграть 10 поколений, а каждое поколение у нас будет в определенном цвете, что отлично вносит разнообразие, ну и определенные трудности, само собой. Вот. Да, есть определенные задачи, все это есть, ребят, внизу в описании. Я не хочу сейчас заострять на это внимание, потому что мне уже очень хочется играть. Мой домик, который я построила недавно, ждет меня, и я прямо... Ой, ребят, горю желанием уже начать, потому что я, признаюсь, очень много времени потратила на то, чтобы... добавить ваших персонажей, добавить новые участки, так что это очень выбило у меня сил. Поэтому, да, я хочу играть, ребята, я так скажу. Ладно, немножко о нашей главной героине. Очень интересная зазноба, харизматичная девчина, с виду миленькая, няшная, поняшная, а вот внутри она не такая уж и поняшная. Внутри она немножко такая какашечка небольшая, вот. Противная немножко особо, да, любит делать всем пакости, но при этом, как ни странно, очень ценит дружбу. Очень ценит дружбу и близких ей людей, само собой. Вот, так что все-таки не совсем она уж и какашка внутри. Вот, это весь ее гардероб. Вы только посмотрите, ой, какой же он мятный. А вот эти вот, вот эти штаны, коты. Все, я хочу кота. Я хочу для нее кошечку какую-нибудь, котенка. У нас было бы здорово так вот жить с кошаком, например. Блин, ладно, что-то я немножко отдалилась. Ребят, тут у нее очень большой гардероб, я сейчас не хочу рассматривать, это все основное, то, что я показала, и поехали играть. Итак, ребят, домик вы могли видеть еще в строительстве ускоренном, он в принципе, да и вообще, что в принципе, он вообще не поменялся, как он был таким, вот так и остался, так он поставила здесь. Так что Мина меня тут ждет уже несколько дней, пока же мои ручки наконец-то дойдут до этого прекрасного челленджа. Но участок Ньюкреста... Нет, стоп, мы сейчас в Винденбурге. Немножко не свойственно мне, потому что в последнее время я очень люблю играть в Винденбурге или же в Ньюкресте. Вот, но это Willow Creek, ребята, неожиданно, но это Willow Creek, один из моих самых любимых участков, который, да, из базы был. А здесь... Собственно, новые домики, где живут ваши мои хорошенькие симы. Спасибо вам, прекрасные мои, всем большое, кто прислал персонажей. И все равно присылайте еще. Они не пропадут. Я их обязательно куда-то добавлю. Вот. Так что, ребят, вместе интереснее и веселее будем с вами играть. Ну что ж, сейчас утро. Наша Миночка уже устроилась на работу. Вот через 2 дня. Чой? 2 дня? Ну, точнее сказать, вот, нет, с понедельника это через сутки. Мы начинаем с вами работать. Ну, а пока что нам нужно сделать? Конечно же, начать немножко пакостничать. Ну, ладно, для начала я, наверное, думаю, вот что можно сделать. Не пакостничать, а, допустим, посмотрим на облака и сделаем, например, кусь-кусь ням-ням. Потому что я знаю, что пока мы будем с вами пакостничать, у нас потом будет совсем жутчайший депресняк, потому что мы с вами будем совсем без сил. Подождем, пока придут к нам гости. Не хочу пока бегать по участку, потому что точно знаю, что они скоро-скоро да придут. Вот. Отлично, моя хорошая. Бежим с тобой, сделаем немножко еды. Я, конечно, знаю, что ты у меня не кулинар, но все равно попробуем. Ой, господи, ты боже, мне прямо так не терпелось играть. Играть хочу, хочу играть. Да что ж такое? Ай, я тащусь от этого интерьера мятного, ребят. Ну круто вообще. Солнце светит, такой позитив. Радостное настроение. Вау. Это рождает во мне... Да. Я таю, ребят. Круто. Очень круто. В общем, сейчас утро. Мы занимаемся своими делами. И да, как вы могли заметить, я... А что меня вычитал? А, серьезно, да, я правильно, я тут готовлю. У меня 18 тысяч, потому что по правилам игры нам нужно было добавить персонажа, то есть первым через код Free Real Estate.
Вот. И он оставляет, получается, ту сумму, которая была при заселении. Это очень удобно, реально, это очень круто, потому что благодаря этому мы можем с вами создать участок своей мечты, который нам бы хотелось. Но в то же время все-таки без фанатизма, иначе мы с счетами, конечно же, не справимся. Что? Сделала? Отлично. Поставить на место, моя хорошенькая. Я думаю, сейчас есть отлично... О, слушайте, смотрите, как ей подходит прям этот цвет. Вообще классно. Так, я думаю, нам сейчас вот что можно сделать. Вот что можно сделать. Давай-ка посмотрим с тобой... Посмотрим с тобой смешные видео по телевизору. И попробуем, может быть, немножко пофлудить, потому что попробуем пакости, что ли, сделать. А, да, она еще хотела купить предмет. А, ей есть как вариант купить на вот эти деньги, которые у меня сейчас имеются, купить ей вот эти вот, как я забыла их поставить. Ну, вообще, я думала сначала, что они не супер пригодятся, потому что у нас все-таки есть компьютер и есть шахматный столик, потому что есть оно логику прокачивать. Но можно как вариант, допустим, купить еще вот этот, как он, анализатор химический и, по-моему, как он, микроскоп или что-то в этом роде. Я думаю, ей очень даже подойдет. Да и вообще, я думаю, в подвале нам пора сделать небольшую лабораторию для ученого. Ну чё? Ей, прикольно, 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 прикольно. А теперь сделаем вот что. Вау, тебя уже осенило. Искать картинки. Это что-то не то, это что-то не то. А вот флудить на форумах, это уже наше. Честно, ребят, признаюсь, я заселила очень много ваших персонажей. Я даже уже начала удалять старых персонажей, потому что я поняла, насколько мне они уже надоели. И, ребят, я бы, конечно, в восторге от всех ваших персонажей, потому что вы мне очень в этом отношении помогли. Так, у нас, кстати, очень даже неплохо так поднимается. Но я думаю, знаешь, моя хорошая, нам все-таки... Ей! Вот они пришли! И вот они пришли! А ты кто? А ты... А, по-моему, она немножко далеко живет. Ну-ка, давайте попробуем приветствовать ее грубо. Потому что мы же так любим пакостничать. Нарам-пам-пам! Вообще, на самом деле, я думаю, даже вот так. Не потому, что мы любим пакостничать, а потому что кто-то к нам приперся с утра пораньше, и мы никого не просили. На самом деле, у всех тут заселение, если уж на то пошло. Ой, да у тебя тоже такие волосы, почти что как у меня. Забавно. Хвалить вегетарианский образ жизни. И попробуйте безумный взгляд. Будем в таком случае сразу прокачивать. А что, ты единственный сосед, который к нам тут пришел? Что-то мне даже как-то, знаете, немножко совестно, у меня какие-то соседи неправильные. Эй, соседи, а почему? Почему она одна? Может быть, все на работу пошли? Неправильно, конечно. Вообще, кстати, по-моему, если я помню, заселила ее вообще в... Вау! Наше общество становится интереснее, ребят. Вы только посмотрите, какая мадам топает к нам, а? Ух ты! Она составит нам, я думаю, отличную компанию. Стоп. Давай-ка мы с тобой поговорим, вот, дружески. Ау. Она попыталась пошутить. Все, она скучает. Ну, у меня нормально, у меня стабильно. У меня каждая серия начинается со скуки. Прогнать... Ух ты, жаловаться на личную жизнь. Девчонки, девчонки, я так скажу. Нам нужно с вами объединяться и куда-нибудь, может быть, сегодня сходить. Потому что, чувствую, до работы мы все равно не дойдем. Ой, видишь, да? Не только она шутить не умеет. Ну чё? Чё, не получился у нас, что ли? Фотография, извиниться. А как мы любим покосничать? Хе-хе-хе, да, чудливую пощечину. Но я на самом деле думаю, что это не сработает. А ей понравилось. Забавно. Забавно. Ей понравилось. Окей, девчонки, ну чё, в принципе, можно пригласить их войти. Слушай, что, подожди, я смотрю, ей понравилось. Строй теорию о пришельцах, восторгаться вампирами. Ты посмотри, а ей, оказывается, нравится. Создать нелепый слух. Даже знать не хочу, на самом деле, что это такое. На самом деле, не так часто это использую. Поделиться страхами о вампирах, восторгаться вампирами, потом бояться вампиров. Ну, господи, ну ты уже определишь, что тебе не нравится. Врать про карьеру. Я думаю, она тоже будет тебе это делать. Так, а что, мужики к нам прийти не хотят? А эти, ты кто? А, понятно, понятно. Вообще-то нам и так неплохо. Да, счастливую пощечину. Попробуем и безумный взгляд.
Спасибо! Девчонки, мне все нравится. Очень мило. Очень мило беседы. Только попробуем еще раз. Испугайся, выдумай на вечеринку, выдумай дурные вести. Хотя, как ни странно, вроде у нас реально неплохие с ними отношения. Ведь могло бы быть и хуже. Ух ты! Второй уровень навыка! Какой противный, господи, уже давно бы пинками. Жаловаться на размер телевизора. Я тебя умоляю, я тебе почти самый максимальный поставил. Ну, ёшки-матрёшки. А ещё что-то не устраивает. Какой ты противный, оказывается. Да, я чувствую, мы с ней не подружимся. Заявляет, что вы злой гений. Она это любит. Ну, в общем, ребят, я считаю, что наши подружки должны пройти испытание временем. Посмотрим. Получится ли у нас с ними завязать отношения, или все-таки мы на всю жизнь станем врагами. Ну что ж, кто у нас здесь вообще ошивается? Тебя я вижу впервые вообще. Скорее всего, это рандомный сим. Тут у нас никого нет. Девчонки, нам, я думаю, знаете что? Мне кажется, что для нашей девчачьей компании не хватает мужского внимания немножко. Вы так не думаете? Предложите авантюру. Кстати, им понравилось, ничего так. Ой. Ой, ты что делаешь? Оу. Какая прелесть. Она тут романтику смотрит. Хвалить образ жизни вампиров. Это что, мышь была летучая, нет? А вдруг она реально тоже вампир? Хотя нет, вроде как не должна. Иначе бы как она еще к нам пришла бы? Днем. А, нет, топает. Я думала, это мы к ней пойдем. Окей. Хвалить образ жизни вампира. Короче, ладно, все, хватит хвалить. Надо все снова пакостить. У нас прошла минутка позитива. Минутка хорошего настроения и доброты. А теперь мы начнем снова шалить, шалить и снова шалить. Ух ты! Чувствую себя хорошо. Я вижу. У нас вообще все замечательно. Моя прекрасная. Ау. Кто мог подумать, что зло выглядит вот так? Злой гений. Эй-эй-эй, девчонки, а куда вы пошли? А, понятно, она решила тут, что ли? Ну? Ой, прям обязательно это было делать. Рассказать о неуверенности в себе, а что это такое? Ой, я надеюсь, это ее не убьет. Слава богу. Смотреть канал Культура. Блин, можно подумать, что вы пришли ко мне телек смотреть. Хотя, видимо, да. Им телек мой нравится. Не зря купила. Так, она безумная? Да ладно, восторгаться вампирами и обсудить интерес. Искренний комплимент. Ну что, как у нас тут? Стать недругом двум персонажам. Стой, подожди, я с тобой еще недругом не стала. Нет, посмотрите, какая она вредная немножко, да? Вредная. Оклеветать другого персонажа, кричать. Трам-пам-пам. Стой, 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 стой. Стой, стой. Я сейчас попробую стать тебе недругом. Бежим. Кстати, правда, интересно, гостей нету. Даже как-то печально, что ли. Нас что-то решили все обойти стороной. А мы тут, понимаете ли, новенькие вроде как. Отмахнуться и оскорбить. Оскорбить. Вообще, ты знаешь, с какой-то я могу понять ее. Она почему-то ходит зимой в шубе, тоже очень весьма странно. Кричать, сейчас, подожди. Мне другом в Sims 4 стать очень просто. Достаточно пару раз накричать на первого встречного, и мы вот с ним можем уже драться. Круто. А драка ведет к тому, что скоро мы станем недругами. Или, точнее сказать, врагами. И какой веселый день, ребята. Девчонки дерутся. Прелесть. Класс как-то оценивает прям. Ну, в принципе, я не рассчитываю. О, вот это внезапно, вот это очень даже необычно, ребят. Слушайте, как у нас прям девчачий день. Еще одна девчонка пришла, здорово. А ну-ка, давай-ка с ней познакомимся. А вот она почему-то, когда я закачивала ее, у меня почему-то вот она прямо симпатию, что ли. Такое ощущение, что она какая-то наша светленькая, даже вот так вот, блондинистая версия. Ну, серьезно, у меня такое чувство, что она на нас очень похожа. А, ребят?
правда, вы только посмотрите, какая милота. Такой взгляд немножко надменный, а? Изучает. Станет она мне сегодня другом или все-таки станет сегодня врагом? Давай попробуем. Может быть, у нас хотя бы общие интересы с ней? Узнаем получше. Пакость, чувство уверенности. Давай попробуем сделать вот. Пока, в общем, поговорить вот так. Отлично, ввязывается в свою первую драку. Классный день, ребят, уже к концу подходит, а у нас уже драка есть. Ух ты, а вот ты, мальчики, к вечеру вылезли-то, а? Джен соглашается, так ты-то вегетарианка тоже, да? Вести вегетарианский не так сложно, как она раньше думала. Джен, возможно, даже попробует что-нибудь... А, нет, подождите, значит, она не вегетарианка. Попробовать делиться фотографиями, тогда попробуем сплетничать и невероятную историю. И что из этого выйдет? Обсудить интересы. Тихо. Грустная история, например. Грустная. И... Тихо. А куда ты пошла? Я попыталась с ней завести отношения, ну да ладно. Сейчас мы найдем нашу другую жертву, с которой будем драться. Извиняй, ты стала жертвой рандома. Я искренне не хотела этого. Искренне просто, ребят, я... Извините. Господи, врать про карьеру, глумиться, и можно сразу... А вот, кстати, вот она игривая. Зарази меня своей игривостью. Не прогнать, иначе она уйдет, и мы ее не догоним. Да уж, они как-то быстро валят после этого. А, насмехаться. Третий уровень навыка пакости, серьезно? Фига себе, какой у нас, ребят, очень весьма продуктивный день. Хотя пока только один недруг. Давай, сильнее, и жестче ругайся. Ну не может она. Yes! Совершить три пакости, пользуясь компьютером. А что, серьезно? Вот прямо недруг? Класс, ребят. В общем, противные мы с вами. Ой, бежим домой. Побежали домой. Смотреть телевизор — фигня. Не-не-не, мой хороший, домой. Повысить уровень пакости. Замечательно. Ну чё? Я так вот, знаете, просто перемещаю, где какого нам усикапа с вами закадрить. Хотя вот есть некоторые на примете, когда я их добавляла. И, кстати, я еще решила добавить персов, которые вы мне прислали для Марго, для 100 детей. Там есть очень-очень интересные такие молодые люди, которые я просто, ну, не могла обойти стороной. Уж очень они горячие. Так, ребят... Так, три пакости, пользуюсь компьютером. Ой, давайте поедим. Во, все. Пока она кушает, я попробую найти то, что мне нужно. Три пакости. Смешные видео. И попробуем тогда сделать три пакости. А где наши три пакости? Общение, да? Флудить на форумах, поболтать. Я так понимаю, что это и есть флудить на форумах, потому что я уже не помню, как это вообще выглядит. Правда, классно вообще. Я прям не могу, господи, как я тащусь от этого интерьера. Ой, ребята, ну что, у нас сегодня первый такой вводный день. Мы с вами не пошли на работу. На сколько еще? 15 часов, обалдеть. Сделал два открытия. Моя прекрасная, надо что-то над этим делать. Надо все-таки делать два открытия. Кстати, а кто там бегает? А, это нас и сосиджи. Это наши прекрасные сосиджи. Здрасте. Ух. А у тебя жена, по-моему, есть и двое детей, сколько я помню. Вообще, кстати, было бы реально неплохо тут побегать по участку, пособирать. Ой, как я с моим прекрасным беглецом это делала. О, тихо, мысль уже пошла. Еще чуть-чуть, я думаю, пока мы пофлудим на форумах, может быть, мысль уже дойдет, и мы что-нибудь допридумаем. А то иногда вроде хорошо прокачиваться, иногда как-то стоит на месте. Очень, ну, грубо говоря, плохо, да? Давай, мой хороший, попробуем сделать три пакости. Три пакости. Общение, флудить на форумах и еще раз флудить на форумах. Чпок. Отлично, все, бодрость падает. Теперь падает сильно-сильно бодрость. Ну? Кстати, а это работает? Да, все, один, отлично.
Отлично. Тогда мы, хорошие, пока вот эта штука не пропала, давай-ка ее пособерем. Она мне прямо глаза мозолит, и я все прямо так искоса смотрю на нее, думаю, ну сейчас возьму ее. А не получается взять. Хочу тяпнуть ее. И эту тоже хочу тяпнуть. И, наверное, ну, как сказать, садоводством я еще не рассчитываю, что мы будем так с вами заниматься, потому что все-таки эта тема немножко другая. Не хочу заострять на этом сейчас внимание, потому что у меня садоводство и так сейчас других летсплеев хватает. Поэтому хочу обойти его пока стороной, но хотя бы при этом пособирать какие-нибудь вкусняшки. Вот, и так она будет прокачиваться. А, понятно, еще одна соседушка. Ребята, а чего вы не спите? Она, по-моему, кстати говоря, подросток, если я правильно помню. Вот. Она вроде как подросток. Достичь среднего уровня навыка. Фига себе, мы так за одну серию с вами. Раз. Два. Три. Ребята, по-моему, это читерство. Обалдеть, кстати. Прикольно. Прокачаться за такой короткий промежуток времени. О, боже ты мой. Тут, понимаете ли, маньяк по ночам. Хоть ты меня не видел. Я куст. Я словно куст. Ты меня не видишь, и вампирским взором ты тоже меня не видишь. Он же не к нам идет, да? Он же не к нам идет. Бежим. Блин, а вот это антвампирюк реально бы двери закрыть, но опять-таки они же по сути могут перемещаться сквозь двери, что ого-госеньки, как опасно. Чё ты вот тут прошла? Мощно, очень даже так мощно. А тут что-то пахнуть стало. Давай пособираем тут немножко. Просто интересно, что там? Карта! Топаем сюда. Ну, здесь, в принципе, фиговенькие лягушки. Здесь ничего такого особого не будет. Особенного. Особенные лягушки будут в другом месте. Не-не-не, давай выкопаем клад. Выкопаем. Не, не хочет. Вот ты... Бякушка. Ты какая бякушка оказалась она у меня, а? Так. Ну все, вроде теперь моя душа должна быть спокойна. А тут еще, честно говоря, есть. Выкопать клад. А, все-таки мы не смогли с вами выкопать клад. Ну все, сейчас посмотрим, кстати, есть ли тут люди. Люди! Кто-нибудь по ночам тут ходит? Нет? А вот кто-то ходит все-таки, кто-то доходит. Нет, мне кажется, все-таки это рандомный сим, это не ваш сим. Те симы, которые сюда загружала, ставила, да, вселяла, это явно не они в этот райончик. И опять-таки, да, что-то даже как-то, знаете, немножко обидно, что ли, что все сидят по домам. Наверное, это такой день. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то мы с вами уже устали. Ну, мой хорошенький, давай с тобой чуть-чуть еще поиграем и ляжем спать. Что? Кукла? Что? Что за бред? Что за... Кукла Вуду? Серьезно? Кукла Вуду? Офигеть, ребята, блин. Что, можно, да? Переместить мир? Мы нет, мы не можем врезать. Пятый же, нет? Только с персонажем, который находится неподалеку. Стоп, так мне ее связь разорвана. А что мне с ней делать? Может быть, связано только с персонажем, который находится неподалеку. Не может быть связано с детьми. Ну, окей, пока тут все равно никого нету. Блин, офигеть! Круто. Не ожидала, серьезно. Абсолютно не ожидала, что на таком раннем этапе. Мы найдем с вами баклажаны. Класс. Попробуем их размножить, и все равно получился баклажан. Ну и ладно. Так, мой прекрасный ученый. Ладно, все. Судя по всему, никто тут не хочет идти. Ой, кого-то я тут нашла. Кого-то такого интересного молодого. Дай-ка попробуем с ним грубо. И посмотрим, что он нам на это ответит. Да. Пакости у нас процветают. Да. Ой, что-то мы совсем далеко находимся. Мужик, а ты не мог мне навстречу сразу идти, а? Вообще, мне интересно, как они так за километр пытаются их ловить. Я не знаю, это, может быть, какие-то навыки, мега-навыки телепатии, что он вот так вот прям почувствовал, что она захотела, чтобы он остановился, чтобы он ее подождал. Что? Такие бабки классные. Дун-дун-дун-дун-дун. Так, ребят, ну чё, жаловаться на личную жизнь, сказать, ну что это такое, я молодая и красивая, а ухажёров нет, что это такое вообще с вами, мужчины? Сказать мама-лама после этого. Зря ты по ночам
Да, она, между прочим, хуже Владислауса. Попасть не будет. Вот так вот встретишь милую девушку, а внутри она окажется какашкой. Милая какашка такая. Тащусь. В общем, ребят, нам сейчас нужно немножко поглумиться. Попробуем еще покричать немножко так. Хотя там написано было пошалить. Чувство уверенности попробуем. Ну-ка. Ну что ж ты, как... Пошалить, заявлять, врать про карьеру. Ну пошалить шокером. Выберите, просто пакости, да, все верно. Просто пакости. А мне казалось просто, как обычно, мне не то кажется, ну да ладно. Все, в общем, у нее депрессняк. Но у нее, в принципе, не лучше, она тоже какая-то... Создать нелепый слух, и понятно, в принципе, почему у нас не получается. Пошалить шокером попробуем. И нет, моя хорошая, нет. Через 7 часов нам на работу. А у нас ни одной мысли по этому поводу вообще, как нам прокачиваться с вами. Противно. Ладно, на работе с вами прокачаемся. Ну что ж, пупсы, бежим домой спатеньки. Спасибо, пупс, ты мне составила отличную компанию на ночь глядя. Ой, тут, кстати, классная вещь. Тихо. Все. Отлично, 5 штук. Здорово. Ничего так ничего. И бежим с вами домой, потому что нам нужно выспаться перед завтрашним прекрасным упорным днем. Ну что ж, неделя с понедельника начинается. Побежали. Трудная неделька, рабочая. Ставьте пальчики вверх, мои хорошенькие. С вами была, как всегда, и снова миссис Анна Чарли. Тихо. Кто так быстро ложится, а? Ну, в принципе, я понимаю, кровать, все такое. До скорых встреч, ставьте пальчики вверх, мои сладенькие. Я вас очень сильно люблю. Пока-пока.